На Медне в Екатеринбурге на Эльмаше в круглосуточном магните на улице Баумана около 4 утра появился одинокий посетитель, по виду в стельку пьяный, весь в черном и в медицинской маске на лице. Шатаясь, он недолго простоял у кассы, затем, вмиг протрезвев, шагнул за прилавок, схватил за горло кассиршу и потребовал наличку и сигареты. Вторая ночная продавщица пыталась разговорами отвлечь грабителя от жертвы. Нажала тревожную кнопку. Но до приезда чоповцев налетчик удрал, прихватив пакет с деньгами и 9 пачками не самых дешевых сигарет. Позже в комментариях агентству «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил факт ночного ограбления, уточнив, что магазинчики оценили урон 8 тысяч и сообщили о том, что грабитель изъяснялся по-русски без акцента. На видео с уличных камер наблюдения заметно, что он лишь притворялся бухим, вероятно, чтобы бдительность кассирши усыпить. «Не дать не взять эльмашевский актер», – заявил полковник Горелых. И сообщил, что сыщики ищут злодея среди судимых и наркоманов. И еще о том, что по грабительской статье ломится пресловутому актеру до 7 лет.